Fiat Justitia, Pereat Mundus. Да свершится правосудие, даже если от этого погибнет весь мир. Не бойся, я из милиции. Задержанный твой оказался племянник одного очень хорошего человека. Надо сделать так, чтобы он получил условно. Это аванс. Суд назначает наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Вы признаетесь в похищении ребенка виновным. Ну что скажешь? Старший сержант Орлов. Я с тобой, Кэп. Ну и кто это сделал? И сколько их было? Специалисты. Поймать их будет делом непростым и очень опасным. Наш враг — это преступность. Ее ненавидят все, кто к ней не относится. Правильно. Я был следователем. И я сидел 5 лет за убийство. А что это такое? Ну, больница? Медицинский центр. Приходите завтра в 2 часа по этому адресу. Мы вас ждем. Ну вот, Костян, наш новый дом. Да, впечатляет. Эй! Только здесь что-то пусто как-то. Ну, а что тебе надо? Все, что необходимо, уже сами потом привезем. Зато смотри, что здесь есть. О, ништяк! Давай, пас, Кэп! Опа! Помнишь, как футбольчик по шали гонял? Конечно, помню. Давай, пас! Эй, вставай! Да, играть ты так не научился. Давай, давай, опа! Давай, иди сюда. Здравствуйте. Моя. Опа. Тут. Давай, пас, Кэп. Здравствуйте. Опа. Здрасте. Я по поводу работы. И я по поводу работы. Ну, проходите. Сначала вам будет трудно поверить в то, что я скажу, и трудно будет поверить в мое предложение, но вы постарайтесь. Все началось 3 недели назад. Сразу открою вам карты, чтобы потом не было недоразумений. Я хочу создать карательную группу. Мужик, ты что, больной? Я нет. Недавно я наказал похитителей детей, который ушел от правосудия. Через некоторое время мы с другом пресекли крупную сделку по продаже наркотиков. И все чисто, никаких следов. Все очень хорошо продумано и аккуратно сделано. А вот ты насмерть забил насильника в обезьяннике райотдела. При 7 свидетелях. И я сидел за это 5 лет в колонии строгого режима. Так кто из нас больной? Это была вспышка эмоций. Аффект! Да пойми же ты, он сначала изнасиловал, а затем хладнокровно убил 3 молодых девушек. Одна, между прочим, в моем доме жила, я с такого возраста знал. Да это не был аффект. В это не поверил суд, в это не поверю я. Исходя из данных протокола, после его задержания ты 2 часа сидел, слушал его показания. Потом еще 1,5 часа читал его дело. Потом просто встал, вышел и убил его на глазах у всех. Братец, ты хорошо подумал. Откуда вы все про него знаете? Кто вы вообще такие? Почему я здесь? А ведь вы меня обманули. Вы не работали с моим мужем. Да, обманул. Просто нам очень нужно было, чтобы вы пришли.
Без такого специалиста, как вы, нам никак не обойтись. А вы понимаете, что вы предлагаете? Вы предлагаете создать группу, чтобы убивать людей. Ну, во-первых, не людей, а преступников. А во-вторых, вам никого убивать не придется. Вы просто будете заниматься своей работой. Не людей, а преступников? Но преступники тоже люди. Люди? Те, кто убили вашего мужа, люди? Неужели у вас такая короткая память? Напомните, 27 марта прошлого года при задержании особо опасных лиц получил 3 огнестрельных ранения и героически погиб сотрудник СОБРа Журов Олег, 76-го года рождения. Суд признал убийцу Журова душевно больным и назначил 3 года принудительного лечения вместо пожизненного заключения. У Журова остались жена и 2 детей. Перестань, а? Ну что ты делаешь-то? Успокойся. Все будет хорошо. Я так его любила. Мне нужны ваши ответы. Я согласна. Хорошо. Я с вами. Ну что, я пошла? Может, я подвезу тебя? Я на машине. Ну, было бы неплохо. А как ты вообще сюда добралась? На маршрутке. Потом пешком шла. Спасибо. Мужик сказал, ты будешь заниматься своей работой. Ты кто? Взрывотехник какой-нибудь? Я хирург. Место потеряла, были проблемы после смерти мужа. Работаю на скорой. А они-то не дураки. Продумывают все. А ты действительно готов? Почему? Не знаю. Костян, успокойся. Положи нож, садись, доедай. Рано еще в паранойю впадать. Да я так. На всякий случай. Как сходил? Отлично. Поздравляю тебя. Теперь ты официально москвич. Куда грязными руками? Сразу загадить хочешь? На. В общем, имя тебе оставил, Костян, чтобы не путался. Фамилию поменял. Ты теперь больше не Орлов. Соколов. Финиш, Кэп, у тебя что, дальше фантазия не шагнула? Это чтобы ты не забывал, что ты птица гордая.
Привет, Таня. О, привет, Макс. Проходи. Очень рад тебя видеть. Я тебя тоже. Очень. Слушай, а ты это ничего. Что ничего? Выглядишь, говорю, хорошо. Бодренький такой, целеустремленный. Молодец. У меня просто дядя кадровый военный. Его на пенсию отправили раньше срока. Ну, там свои проблемы по болезни. Так у него так глаза потухли, как будто он смысл в жизни потерял. Я просто очень переживала, Макс, что с тобой может произойти что-нибудь подобное. Ну, как видишь, не произошло. Молодец. Работу нашел? А где, если не секрет? Частный бизнес. Решил фирму свою открыть. Ого. В коммерсе, значит, подался? И чем будет заниматься фирма? Чисткой, уборкой, истреблением паразитов, профилактикой появления паразитов. Интересно. А что, по-моему, очень даже востребовано, да? Да. У нас он один опер уволился. У него сейчас своя фирма по пластиковым окнам. У другого по кондиционерам тоже своя, кстати. Тань, хотел тебя об одной услуге попросить. Эх, Макс, Макс. Я-то думала, на свидание пригласить хочешь. Ну так что, Тань? Макс, зачем тебе дело этого похитителя ребенка? Его же убили. Да хочу понять, как я так вожжался, что его не посадили. Скажи, ты можешь успокоиться? Вот успокойся. Какая разница? Кто-то же все равно твою ошибку исправил. Нам будет на Муратова не нарваться, вот это да. Разозлиться, как черт из тебя увидит. Кстати, ты как в здании-то прошел? По фальшивому удостоверению. Макс. Да ладно. А ты новость-то слышал? Про Муратова. Что за новость? Не слышал. Его уже ограбили. Да ну. Угу. Дали по башке, забрали все деньги и ствол табельный. Да ты что? Клевая. Твоя подружка? Мы ее убьем. Кто он, наркодилер? Прокурор. Осади коней, Кэп. Мы уже с тобой говорили о том, что я не подписывался людей в погонах крошить. Мы не должны убирать только того, кого легко убрать. Легко убрать? Легко убрать? Вот этих шестерых с Герычем было легко убрать. Ты помнишь, у каждого по стволу. Ты еще погромче поори, а то не все слышали. Что она сделала? Я взял документы по Герко. Ну, это похитителю детей, которого я ликвидировал. Она была гособвинителем на процессе и развалила обвинение. Подвела под самую легкую статью и дала условно. Его освободили прямо в зале суда. Ну да, взяла на лапу по-любому. Да, беспредел. Ну валить-ка, она же баба. А ты расскажи это родителям похищенных детей. А то, что она делала, это даже хуже того, что бандиты делали. Они хотя бы по жизни мрази и делом своим и занимаются. А она обещала людей защищать, а сама их предает. Двойная вина. Вы уверены? Вы должны быть на 100% уверены в том, что она это заслужила. Иначе вас потом совесть сожрет. Она у вас, судя по всему, есть. И, кстати, может быть, все-таки назовете свои имена? Сколько можно этих безличных обращений? Потерпишь. Сейчас поймем, что ты с нами, все узнаешь. Лена. Честно говоря, я долго думал, звать ли тебя сегодня. Да и вообще, стоит ли тебе в дальнейшем знать, чем мы занимаемся? Я должна знать все. Иначе я не с вами. Иначе я не понимаю, кому я помогаю и ради чего. А то, что она женщина, вас не смущает? То, что она женщина, это как раз не важно. Я таких женщин встречала, которые своих детей убивают. Мужики так не делают. Тебе виднее. И кто же это сделает? Кто нажмет на курок? Будем жребий тянуть? Это сделаю я.
Потом уже будем смотреть, что и как. Вы двое обеспечите транспорт и прикрытие. Лена, берешь все необходимое, инструменты, лекарства и дежуришь здесь. А ты что, ожидаешь вооруженного сопротивления? Надейся на лучшее, готовься к худшему. Ну и чего мы ждем? Каждые выходные она в это время катается на велике. Откуда ты знаешь? Я за ней следил. Все-таки вы безжалостные люди. Кто бы говорил? О, Кэп, вон она. Вижу. Код на двери помнишь? Да. Присяжные судья были куплены. Мне даже слова не дали сказать на суде. Черт, Кэп, она меня чуть не грохнула. Давай, валим ее и уходим. Нет, ей придется взять с собой. Че? Выполняй. И быстро, пока ментов не вызвали. Тащи ее в машину и попробуй сам доковылять. И Антона позови надо велик и забрать гильзу и пулю, если найдете. Чтоб все чисто было. Давай, бери! Как думаешь, кости целы? Думаю, да. Но сустав она тебе выбила. Ушиб, сильный отек. Я тебя на рентген запишу на всякий случай. Сделаешь. Угу. Опа! Смотрите, кто у нас тут очнулся. Где я? Это не важно. Ты жива только потому, что я тебе поверил. И что, спасибо тебе сказать? Вы кто вообще такие? Я бы тоже хотел узнать. Мы наказываем тех, кого не смог наказать закон. Фильм вы, что ли, пересмотрели? Слушай меня. Слушай меня внимательно, Ольга Дмитриевна. Ты сказала, что в деле Гирко были подкуплены судьи и присяжные. Присяжные не все. Кого-то просто запугали. Судья, да. Этот подонок вообще на хорошем счету у криминала. 2 месяца назад он развалил дело по ОПГ.
с убийствами и вымогательством. Фамилия, имя, отчество. Все, что про него знаешь. А я о нем вообще много знаю. Они с моим начальником друзья. А вам зачем? А ты как думаешь? Кравец Альберт Маркович. Напиши еще судье. Как правильно, Кравец или Кравец? А какая разница? Слушай, Кэп, а чего будем с этой бабой делать, которая у нас на складе? Она же прокурор, не выйдет на работу, ее хватится, искать будут. Ну, решим вопрос с судьей, отпустим ее. Открывай. Так она же нас видела. Она всех сдаст. Она нам информацию по судье слила. Где живет, где бывает. После того, как он сдохнет, она станет соучастником. Она это прекрасно знает. К тому же я не заметил, чтобы она к нему особой симпатии питала. Значит, ты ее хочешь к нам, типа, завербовать? А у нас нет другого выбора, Костян. Как иначе мы ее отпустим после того, что она узнала? Давай, ищи фотку. Вот. А, красавчик. Тоже мне публичная личность. Распечатывай. Что там еще? Посмотри, что там. Ничего не надо, сами починим. Просто поехали, не до этого сейчас. Небось, овца какая-нибудь. Ну что, поехали? Вы уже приехали, Альберт Маркович. Стойте, стойте. Мне казалось, что мы договорились. Сергеевского отпустят, как только вы позаботитесь о свидетеле. Я же на вашей стороне. Очередное твое грязное дело. Я не понимаю, вы что, не... Подождите, что вам нужно? Машину забирайте? Некоторое время назад вы судили Валерия Гирко, обвиняемого в похищении ребенка и вымогательстве. У меня есть точная информация, что вы способствовали развалу обвинения. Что вы хотите? Почему? Что почему? Почему? Мужик! Да ты знаешь, какие бабки за этим стояли? Ну хорошо, мы сейчас разойдемся, и я тебе отдам наличку. Убили? Он мертв? Мертвее не бывает. Куда ему и дорога? Подожди. Пойми, мы не можем тебя отпустить просто так. Ты знаешь, кто я, и... Я знаю, что теперь я соучастница и повязана с вами. А ты будешь с нами? Чего вы хотите? Информацию. Время от времени. О разваленных делах, о загубленных обвинениях, о тех гадах, которые выходят сухими из воды. Как с вами связаться? Ну, у тебя записаны книжки под номерами 1 и 2. 3 и 4 – это те двое, которых ты видела. Они получат свой телефон сегодня. И никому другому не звони с этого телефона. Твой номер 5. Теперь мы одна команда. Мы тебе доверяем. Меня зовут Максим. Меня Костя зовут. Я тогда не соврал, имя настоящее. А капитана зовут Максом. Капитана? Вы военные? Мы с Костяном служили в разведке ВДВ.
Потом я работал в УБУ. Потом Макс отказался одну мразь за деньги отпустить. А его все равно обошли, а самого выгнали. Не повезло. Да ладно, я свой путь выбрал. Многие хотели бы это сделать, а только ни у кого сил нет. Обычные люди сжимают кулаки от бессилия, а бандюганы смеются им в лицо. Люди злятся и боятся, потому что их некому защитить. Потому что закона нет. Есть только закон денег, закон связей, закон силы. А ваш закон – это не закон силы? Наш закон – это закон совести. Наш закон – это закон справедливости. Красивые слова. Ну так ли это? Это наша связь. Ты в книжке под номером 3. Твой номер 4. Удачи. Удачи нам всем. Въехали мы. Остановились на красный. Сзади нас кто-то въехал легонько. А чуть-чуть в бампер. Что за машина? Да не разглядел я. То ли восьмерка, хрен их поймешь. Норовить. Привет. Ну? Что, говорит, выйди, посмотри по-быстрому, глянь, что там. И дальше поедем. Я выхожу, к машине подошел. В салоне никого. То ли пригнулся, то ли выскочить успел. Ну и что дальше? А ничего. Удар сзади, очнулся. Менты, скорые, люди. Шеф мертв. Понятно. Спасибо. Вить, а нас чего вызвали? Это что, юрисдикция УБОП, что ли? ОПГ подозревают? Убит судья. Ну? В машине брошено орудие убийства. ПМ с глушителем. Ввиду чрезвычайной важности обстоятельств, срочно была проведена баллистическая экспертиза. Уже проведена? Вот ведь, а? Нет, ты глянь. Если бы кого простого пришили, да, они бы эту пулю неделю бы изучали. А тут пару часов и готово. Ну, ведь судья же, да? Успокоилась? Ладно, и что? Ствол нам знаком? Вот слушай. Этот ствол использовался 6 дней назад при убийстве наркодилеров. Да ладно? Это вот этих на пустыре, что ли? Ничего себе. Наркодилеры, говоришь, да? И судья. А связь какая ведь? Вот сам не знаю. Что, что-то есть? Вот, возьмите, нашли. Карта Таро! Дьявол! На какой хрен ты ее там бросил? Ну, специально, как послание, что мы не просто так их убили ни за что. Слушай, Орлов, ты бы еще ухо ему отрезал, как трофей! Что за бредовая идея? Помнишь, у нас наводчик был на БМД Ромка Винни-Пух? Ну? Так вот, он на этой лаже помешан был, все время мне про эти карты втирал. Дьявол означает предательство, продажность. Мы же его за это наказали. Где ты ее взял вообще? На рынке купил. Там их много, можно еще, знаешь что? Я больше ничего слышать про это не хочу. Надеюсь, ты хотя бы ее не лапал. Обижаешь, Кэп. Вчера на севере столицы произошло громкое убийство. Убит федеральный судья Альберт Маркович Кравец. Автомобиль судьи Кравеца остановился на этом перекрестке. Злоумышленники имитировали небольшую аварию. Когда охранник вышел посмотреть, чем дело, он был оглушен ударом по голове. После этого преступник сел на водительское сиденье и одним выстрелом убил судью. На месте преступления был найден пистолет Макарова с глушителем. Судя по почерку, убийство было заказным. Официальное следствие пока не выдвинуло никаких версий, но стоит полагать, что убийство связано с профессиональной деятельностью судьи. Он вел ряд серьезных процессов. Видимо, таким образом преступники рассчитались с ним за несговорчивость и жесткую позицию. Теперь к другим новостям дня. Здорово, Вить. Здорово. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, Тань, что у нас там по судье? Действительно такой ярый и непреклонный враг преступности? Конечно. Если судить по официальной хронике. Ну-ка, удиви меня. Вить, ну что, как маленький-то? В одной песочнице возимся. По большому счету, все про всех знают. Хоть слухи, что у него даже тарифы были. Тарифы на что? Ну, там. Дело прикрыть, приговор смягчить. Слушай, а ты помнишь, недавно кто-то из наших пытался ОПГ по западному округу закрыть? Кравец его видела.
Ну? Ты помнишь, чем там все кончилось? Ну да, почти все гуляют, но, может, просто слухи? Да брось ты слухи. Дыма без огня не бывает. У меня приятель один, тоже из управления. Взял одного типа за похищение ребенка. Витя, похищение ребенка с поличным. Так вот, наш кровец умудрился свести процесс на условное. Вот это уже не слухи, это факты. Да, ну а что там с картой? А что карта? Карта Таро. Отпечатков нет. Дьявол. Символизирует, что бы ты думал? Предательство и продажность. Ничего себе! Да. Слушай, я, по-моему, уже нахожу связь между этим убийством и убийством наркодилеров. В обоих случаях жертвы не вызывают сочувствия. Похоже, у нас появились мстители. А ты умный, ведь? Стараюсь. Ладно. Иди работай. Спасибо за кофе. Пожалуйста. Давай. Давай сюда ставь. Вот так. А может, проще было грузчиков нанять, а не арендовать газель? Только грузчиков нам тут не хватало. Никто про это место, кроме нас, знать не должен. Кстати, надо хорошенько продумать прикрытие. В смысле? Ну, в смысле, придумать название для нашей фирмы, нанести логотип на стену склада. Ну, чтобы вопросов не возникало. Кэп. Да. Слушай, а у тебя желание не возникает нам случайно помочь, а? Не-не-не, пацаны, у меня еще нога сильно болит. Сами справитесь. Ну, а что сели-то? Давайте работать, время не ждет. Где телефон? У меня другой звонок. Она, наверное. Алло. Да, я поняла, что это вы. Поговорить? Почему со мной? Хорошо, давайте сегодня в 9 часов. Где? Поняла. Ну, мобильник? Угу. Белый медведь живет на севере. Это очень крупное животное. Под кожей у медведя очень толстый слой жира. Мамочка, он защищает зверя от стужи. Ученые внимательно изучают жизнь этого хищника. Молодец. Ну что у тебя? Мамочка, это папа. Ух ты, здорово. А папа надолго уехал? Надолго. Очень надолго. Он нас бросил. На школе у Алёшки так. Он говорит, папа его бросил и больше не любит. Да ты что? Ваш папа любит вас больше всех на свете. У меня встреча сейчас по работе. А вас бабушка уложит, хорошо? Угу. Работает. Как будешь?
месте преступления был найден пистолет Макарова с глушителем. Судя по почерку, убийство было заказным. Официальное следствие пока не выдвинуло никаких версий, но стоит полагать, что убийство связано с профессиональной деятельностью судьи. Он вел ряд серьезных процессов. Видимо, таким образом преступники рассчитались с ним за несговорчивость и жесткую позицию. Короче так, Костян. Завтра-послезавтра займешься поиском съемной квартиры для себя. А что, мне и так неплохо? Неплохо им. Соседи уже косец. Два мужика живут вместе. На что это похоже? А бабку доводить? А? Ладно, понял я. А я сам хотел квартиру подыскать где-нибудь здесь неподалеку. Слушай, Кэп, а сделай мне права фальшивые, а то без машины как-то неудобно. А зачем тебе фальшивые? Паспорт у тебя есть, все в порядке. Получай настоящий. Точно? Что-то я не подумал. Завтра займусь. Ну и кто у нас следующая мишень? Живем, увидим. А почему ты позвала меня? Ни Максима, ни Костю. Трудно, знаешь ли, как-то общаться с людьми, которые пытались меня убить 3 дня назад. Потом сутки продержали на складе. Ну, ты же понимаешь, они... Не со зла, да? Ладно, проехали. Будем считать, что эта судьба не позволила им убить невиновного. Будем. А тебя я позвала, потому что ты женщина. Ты с ними как оказалась? Добровольно? В смысле? Ну, в смысле, не шантажируют тебя. Или как я в сложных ситуациях? Нет. Я сама так решила, это мое решение. Ну, тогда на этот случай я принесла вот это. Передашь главному, и пусть сами решают, что с этими людьми делать. Что это? Дело, которое я вела. Черные риэлторы. 5 убийств, ни одно не раскрыто. Люди исчезали, и до сих пор никто не найден. Хотя квартиры все у них. Закрыто за недостаточностью улик. Хотя улики были. Че, есть новости? Да так, пару мыслей. Давай, чай хочешь? Вот смотри. Судью застрелили с переднего сиденья. То есть убийца сел в машину, повернулся и выстрелил, так? Ну и? Зачем? В смысле, зачем? Ведь убить хотел. Почему не выстрелить через стекло? Хорошо, почему не открыть дверь и выстрелить? Зачем вообще садиться в машину? Да, я как-то не подумал об этом. Зачем? Видимо, убийца хотел с ним поговорить. То есть судья должен был узнать, за что его карают. Типа приговор, что ли? Вроде того. И обрати внимание, охранника оглушили. Обычно такую ситуацию валят всех подряд, а здесь работано чисто. Пострадал только виновный. Значит, они у нас еще и разборчивы, да? Понимаешь, что это значит? Нет, пока нет. Кто-то решил объявить войну преступности. Убийство продолжится. Их будет гораздо больше. Ну, спасибо, Витя, за веселые прогнозы. Давай выпьем чай по отдельности. Что, какой чай? А, не, пойду. Дел полно. Занимайся. Ну вот, полюбуйтесь. Это то, с чем я работал много лет. ОПГ. Организованная преступная группировка. Схема работы была максимально простой. Находили одиноких пенсионеров с хорошими квартирами. Ну, это понятно. Это мы знаем. Тирались доверие, заставляли переписывать на себя квартиры и так далее и тому подобное. Это я по телеку видел. Нет, Костян. Здесь все было гораздо проще. Гораздо проще и гораздо страшнее. Ни в какое доверие они не втирались. Они убивали пенсионера сразу. А уже потом, задним числом, оформляли на себя квартиру. Да. У нас на зоне сидел мент один, который попал как раз за то, что таким помогал. Надеюсь, до сих пор сидит. Да не. Он крыса был. Ему заточку почти сразу всадили. Туда и дорога. Антон, для тебя будет работа по специальности. Ты же следователем был? Был. Проведешь полную разработку. Имена, квартира, контакты, связи.
Потребуются деньги для покупки информации. Выделю. Понял. Костян, необходимо серьезное оружие. Составим список, займешься. Лена, нужны медицинские препараты и обустроить здесь что-то типа операционной. Ну, где можно будет помочь даже при тяжелом ранении. Что, все так серьезно? Это вооруженная банда убийц. Это не наркодилеры и не продажный судья. Мы ставим на карту своей жизни. Слушай, Кэп, их пятеро. Смотрел фильм «Крестный отец»? Ну, давно. Там этот Корлеоне всех своих врагов в один и тот же день, в одно и то же время замочил. Даже если мы заставим убивать докторшу, у нас все равно элементарно не хватит людей. И никаких дел в одиночку. Все продумывать, все, до мелочей. Ой, никакой свободы действия. Ладно, что по стволам? Ну, надо еще пару-тройку ПМов, а то у нас остался один, который мы у Муратова забрали. Он, наверное, очень по нему скучает. С блошаками? Да. Что еще? Автоматы. АКС-74У, 2 единицы. Пистолеты-пулеметы. Бизон, лучше тройку. И кипарис по 2 единицы. Кэп, ты в курсе, что кипарис для спецназа МВД? Не армейский, особо не в ходу. Ты записывай, там разберемся. Винтовка для тебя. СВД, наверное. Да. Угу. Еще может понадобиться взрывчатка, но я буду уже сам искать. Слушай, арсенал не слабый. Угу. Где я все это возьму? Ну как где? Где стволов много и где они в ходу? На югах. Поедешь в Осетию, во Владик, дам тебе денег. Дальше действуй по ситуации. Понятно. А как я оттуда с таким багажом? Костян, ты главное купи и свяжись со мной. Посмотрим по обстоятельствам. Понял? Так точно. Что за перец? Друг. У меня же даже и машины нет. А, решил на нее заработать. Все как ты заказывала. Почти весь перечень препаратов строгого учета. Фенобарбитал, цикладол, эфедрин, кетирол, промедол. Больничку открываешь? Вроде того. А где эпинефрин? Да вот он. Все в порядке. Ништячок. Могу не пересчитывать? Не пересчитывай. С вами приятно иметь дело. Пока. Мне даже руки тряслись. А что, этот тип был опасен? Кто, Олег? Да нет. Он студент, фармацевт. Просто эти сделки какие-то, никак не могу к этому привыкнуть. Потом эти препараты от наркотиков по своему составу не сильно отличаются. Да и по уголовной ответственности тоже. Да. Интересно, откуда же у этого студента такая куча лекарств? Да еще таких. У него большие связи, возможности. Что-то увел с кафедры, что-то со склада, что-то из аптеки, в которой работает. Что у нас за жизнь? Все тащат. Да, такая невеселая жизнь. Ну что, закинем это на склад и по домам? Угу. Да, завтра надо купить еще холодильник, специальный для хранения всех этих препаратов. Сделаем. Слушай, Лен, может, мы с тобой как-нибудь встретимся во внерабочее время? Антон, может быть, давай
Давай потом, не сейчас. Но меня пугает твое прошлое. Да и настоящее тоже. Да ладно, мы же в одной упряжке. Да знаю я. Просто никак не могу к этому привыкнуть. Ничего, все хорошо, иди, иди. Иди. Иди, иди. Ай, Хан! Хан, козел! Он мне нос сломал! Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Ладно, я выйду пока здесь, постою. Вот он! Э, открой! Открой дверь! Планы немного изменились. По-хорошему, говорит, дверь открой! Открой дверь, кому говорю! Десант. Дверь открой! Слушай, что, оглох, что ли, э? Я кому говорю? По-хорошему говорю, дверь открой! Ну что, открывай.